Сегодня у нас утро, 25 июля. Вот сегодня у нас отъезжает Дроботы, Фрося и Нестор. Сейчас вот Нестор выгуливает свою собаку Далю. И Игнатий значит выгуливает урагана у Сергея Павловича Пупкова. С утра вот. Сейчас должна скоро подъехать машина, будет забрать их. Это Тетлюба Минаева, сено, которую мы ей помогали собирать. Пошли, видимо, к Шарику. Не торопись туда, не торопись. О, Даля как рвется. Вот. Что-то увидала. Вот. Не запутай, чтобы в цепи твоя веревка не запуталась. Даля, шерсть выбилась так, как у этого. С этой ходит хоть бы еще. О, тот шарик-то, веди там. Ну. Скорее, помещает. Это моя территория, моя. Ой, облизала его, все. Она любого поцелует и все, расплылся. Ну, давай маленько, Лика, еще раз. Ой. А у этой-то нет еще. Так, бедный шарик, он никогда двоих-то не видел тут сразу. Ну-ка пошли. Давай, погуляй. Пошел. Там, с той стороны, вон он где. Бедная территория. Но давай. Еще скорее. Так это. Сейчас он здесь будет. На одной ноге, трехногие собаки. Все. Он сейчас пойдет туда нюхать. Что там получилось? Сейчас на это место тоже будет мочиться. Что-то не тем запахом. Так, смотри. С этой стороны свои печати ставят, перепечатка. Ой. Нет, что-то, видать, у того посильнее, еще раз. Печать неясная, синим цветом, давай. Ой, там, вон, нашел куда, еще. Бедный, на воду весь и зашел. А этого когда я приведу, сейчас пойду еще за другим, найди, погуляю. Погуляю. И как сразу он. И он чувствует, что тут опасность грозит. Ну, па, иди, иди сюда. Больше-то ничего и не умеет, так только постучаться в свою калитку. Ну еще, Шарик, да что с тобой? Ну, хорошая собачка. Маленько, откинь ее. Ну, давай. А, грязные ноги-то. Давай, ешь. Траву ищи целебную. Далеко. На подножный корм собаки переходят. Пошел. Она ничего знает, или тоже будет. Он посмотрел, еще люди добрые делаются. А то же она. Иначе, знаешь, где-то машина едет. Пошли, пошли, быстрее. Андрей Устинов подъехал, будет забирать сейчас их. Володя, иди. Ага. Продолжай дальше, снимайте вот по груди. Тихо! Иди. Я же там. Крикни, Володя, что вышел, крикни. Тихо! Доброе утро, брат. Рядом. Здорово. Все на выход!
Все на выход. Сумки помогайте грузить. Владимир Ильич, помогайте грузить сумки. Ты коробку взял с пряниками? Пока. 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 А то она кого-нибудь из нас грызет и будет точно два блюда. Так, ты сам, наверное, как-то расставляй сам. Рядки, да? Здесь вот сверху можно ставить. Рядки тоже вот здесь. Как-то елочи бурят, когда твои вишни будут рядки. Не знаю, почему. А то зеленку сверху можно положить. Еще лучше выжить. Короче, так. Я имею в виду, что рядки были мягкие, эти можно на них сверху что-то ложить, да? Я о том, что тут в ведрах это будет ягода, ее надо как-то ускорить. Подождите. Вот. Куда ставить? Надо было машину по размеру заказывать. Значит, самое главное, которое у меня вот здесь вот стоит. Где она? Самое главное. А теперь вот надо было, говорю, машину по размеру заказывать. Ну забери, выгоняй, иди. Теперь выгоняй. Вопросов нет, вытаскивай все. А нет, так матушку не брать, там тоже будет неладно. Вытаскивай все. По размеру, долго ли нам, рядом? Я не знал, что столько, а да. Куда тут ложить? Да, понятно. Чьи собака? Давай, вытаскивай. А там на 7 человек. Вот это с тобой там разгрузи. Так, сними с себя аппарат. Так, Андрюша, вот это аппарат. Удержите. Как это пленницу будет? Снимать или сам снимать, его там не будет. Я, обратно, ну, я ему лучше передам. Ты знаешь, как включать его? Нет, я ему передам, я не буду. А ну, почему? Как назовем? Ну, тут одна кнопка, если его нет. Ну, передашь, пользуюсь. Мало ли, что на всякий случай, если его нет. Вот смотри как. Ничего не надо. Вот это так вот, открыть вот так. Да. Окошко открыть. Да. Ну, это понятно? Да, да. Дальше открыл, все уже проявляется. У нас открыто окошко, вот оно. Все, теперь только вот эту нажми, вот. Красную. Вот эту. Да, да, да. Все, и тут написано запись, и пошли цифры. Вот это надо смотреть. Запись, пошли цифры. Ну и все, когда нужно отключить, опять нажал, пауза. Если ты так закрыл и забыл, и она вот это не погаснет, это означает, она не выключена. Все, погасла. Больше еще нету. Одна кнопка, вот только. А если приблизить надо, вот это вот регулируется верхняя, туда-сюда. То есть... Издалека поближе. Это да. На тот случай, если Сергея нет. Запись все там молится где. Ну, не подряд где-то. Сейчас вы подержите. Тогда что, я ключи у меня дома. Давай. Ключи дома, долго ли нам? Сейчас мы открываем. Так. Подожди, что там не вытащили еще? Все вытащили, все. Вытащили все. Все здесь. А где мой красный этот? А, вон он. Еще Евангелие надо принести. Евангелие, пошли за Евангелием. За Евангелием идите со мной. Ты собаку не подводи. Намордник тебе не нужен. Зачем? Прося, его? Сходи за Евангелием. Туда? Да, туда, на сковорящий. У нас брат Виталий идет на завтрак. Мы сегодня пораньше позавтракали. Там все для Дарьи. Все для Дарьи. Она сходила в туалет? Да, она сходила. Сходила. И все главное на этом поле. И уже даже не определишь, где что. Вот,
Подходите. Сюда. Нагрузим на нее кассетой. Больше. Еще. Еще. Вот отсюда. Бери. Это груз хороший. Все, 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 хватит, это тяжело. На еще. Я думаю, хватит? Да хватит, конечно. Выключи, закрой. Доброе утро, Тетюба. Ну ты там. Так еще можешь есть? Все. Нет, все, хватит. Там много и так далее. Бачка вообще одну коробку просила, знаешь, считай, 6 штук дал. Упаковок, вернее. Ну это маленькие, а те большие. Нет, это, Мари, можно ставить, они же в клеенке, чего вы боитесь? Конечно. Что не надо? Да, ставьте просто. Да, конечно, да, да. Они же это, обмотаны. Сверху кладите, просто. Не бросать, написано. Ты не бросаешь. Вы такое давали, где-то? Да. Не надо. Ой, Вон Степа даже сдалека уже приветствуется. Добрый день, говорит. У меня тоже в детстве было, я все время где-то видел пожилого человека и издалека уже кричал, там метра за 50. Добрый день там или здравствуйте. Ну, то есть так воспитала бабушка. Да. Уважение к старшим должно быть. Это ласточка, Игнатий Иванович говорит. Коровки, да. Коровы любопытные сами по себе. Добрый день, Степа. О. Даля, пастух настоящий, видимо. Облавивает. А вон козочки пасутся. У Алексея Устинова. Сейчас пока наша машина прогреется немного хотя бы до определенной температуры. Он поедет. Я вон там ветки висят, пойду. Сейчас обломает их, чтобы не мешались.
ласточки как летают над землей. Помыли так, ну еще. Ух ты. Так, дорога ехали. Дорога грязная, ответишь. Так. Ну все, грузим. Команду. Как поставить ягоды в ногах будете да, держать? Ягоды в ногах. Но... Ягоды. Ягоды вон туда вон ставьте, вовнутрь. Евангелие грузите в машину. Вон туда он, ага. Так, книги давайте быстрее, книги несите. Евангелие. Я здесь почему-то лишний. Книги, батюшка, простим, там все разгрузится, не надо больше лежать. Реда. 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 Куда? Реда. Куда, куда, куда? Реда. Банка не упала. Как-то заткни ее там. Книгами или чем? Держи крепче. Это туда надо, Игнатий Иванович. Подожди. Я ягоды возьми. Ягоды туда надо. Ягоды все туда. А куда ягоды-то? Туда унесли, туда, в кабину. Кабину. Хорошо. Быстренько садитесь. Где? Прося. Все. Все, Нестор? Все. Я. А что? А эту сумку что? А собаку куда? Не забудь, который главное вот это место. Я тебе доверяю. Смотри, чтобы ягода не помяла сейчас. А это надень на шею или дядя Андрея отдай. Хорошо. Так, а как-то дядя Сергей не придет. Надо ему как-то собаку посадить, а то она помнет эти ягоды-то сейчас. Так, собаку. Ну, можно было вот там посадить. Вперед ягоды поставить можно. Так, слушай. Собаку можно было там привязать и все. Смотри, Даля, не задуши себя. Она себя нормально будет тут чувствовать-то? А? Она себя нормально тут будет чувствовать-то? А что она как будет чувствовать? Ей какая разница? Она ну, чтоб вещи не тронула, ничего, чтоб. Так привязать надо. На, вот здесь вот. Привязать-ка. Вот так она уже легла. Держи. Ну вы выдерните, что тут? Так. Она не будет в темноте бояться одна? Нет, она уже ездила в багажнике. Ну к у машины, ну не этой же. Там-то вот и все. Закрывай. Закрыть? Конечно. Обязательно всегда закрывай. Батюшка сейчас впереди. Так, ну матушку надо потом загнать дальше туда, если она поедет. Так, вот это поставь самый главный. Между ног поставьте. А что ты не взял? Зачем? Не знаю, мне его сюда поставили. Давай его. Да, батюшка. Да и зачем? Давайте. Еще на стене это. Да, уже почти погрузили. Сейчас вот ребятишки залазят в машину уже. Мой рюкзак, да нехуй тебе не нужен тут. На, отнеси его. Быстрее, пока не закрыли. А мы все, уже решили газель, потому что тут не вмещается. На газели поедет Андрей. Так, вот, так, иди туда. Чего не проедет? Убери лапу, поставьте. Она думала, что уже приехали. Лапа, смотри, что тут. А у вас там улицы какие-то какие? Узенькие, нет?
Газель, ты проедешь? Какие-то вещи, все туда скинешь, и все, там полно. То есть, у нас там грузовик. А колымем можно поставить. Ну, тут все нормально. Запомните, вот это вот привязанное, которое там передать, это самое главное. Ну, конечно. Диск. Пока, пока. Это все, Сергей, чтобы сразу отвез и... Так, привезет. Аппарат вы мне не отдали еще. Вон, вон, в ведре, в ведре. Дай сюда, дай сюда. И вы заметите, что смотри, чтобы дядя Андрей отдал. Если Сергея не будет, мало ли что, все. Ты все сам снимешь. Все, благословите нас. Богом. Так, Богом. Богом. Помолимся, давайте. Деньги у батюшки. Он... Так, минутку. Господи, благослови в путь отъезжающих. Пошли, доброго ангела-хранителя, и возвратись с миром, братью нашу, и успокой эту семью. И упокой в обителях небесных новопреставленную рабу Анастасию. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом. С Богом. Ну, это машина. С Богом. Конечно. Ты при любой погоде на ней проедешь. Не надо, не надо все это придумать. Все, уже помахали. Благослови Господь. Так, еще не забыли, еще раз говорю. Вообще даже просто все получилось. Это наша машина. От Тихого океана до Атлантического прошла 120 тысяч километров. Это три раза по экватору прошли. 600 городов посетили и больших районных центров. Начиная с Находки и Владивостока и кончая Лиссабоном. Прибалтика и Скандинавия. Север. Вот обыкновенная русская машина. Впереди на колени в Австрии становились. Фотографируют. Газель, Россия, Путин. Россия, Путин. Вот так. А тут голуби у меня летают. Ой, вон они где. Наверху-то, посмотри, как это, на катушке. Ну и все. Так, своей пастой занимайся, рабочий день. Ступайте отдыхать. Пойдем. На работу отдыхать. Рабочий Давай. День, ступайте отдыхать. Перед тем, как отъезжать, вам приутренно, точно так же ягод наберете. Вот, вернут, не вернут ведра, потом вернут. Все, Володя. Слава Христу.